Хейо, гайс, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Night Keep, либо Ночной Держатель, не знаю. Ладненько, давайте, короче, начнем. Игру ли у нас чисто на инглише, так сказать, поэтому никак изменить-то нельзя. Ладно, давайте, новая игра. Ну, только есть чешский и английский. Или это чеченевский? А, диалоги все поставленные, а интро будет в костив. Юзивак. А, застань в англичтив. А, кнопка S про Pastways Escape Pro Notcraft. Короче, мне легче держать на английском. Пускай будет, как, что будет. RPG 2, там какая-то компания представляет. Игру ли на английском, как обычно, вы знаете, если диалог на английском, я даже пытаться не буду переводить. Мы будем просто скипать. А, минус сюжет, но все же. Ну, типа, говорится, что 735 лет назад, но Аристарионс, это типа какой-то... А замок контролировал национальный что-то там замок. А Дефранс, построенный в вышке. Что-то последняя фамилия. Он что-то активировал фейт. Жирный Гаттер. Что, блядь? Нахуй так много текста? Одинокий замок, он что-то умер в нем. Там на что-то возможность чего-то-то там. А, это день на риски, свежий и кастл. Замок. Кастл. Ну, замок это кастл. Старт актив. Аттрактив. Ну, все это в паста. А, две что-то Хантерс, две охотницы, что-то там. Так, Биклоус, мы год должны закрыть, что там какой-то base paper. Вернуть или дать лист мне, что-то карта. А, ночной кипер, ночной держатель. И джаз должны... Behind the plan. Придумать какой-то план. А ночной кипер... А Глория... Так, что-то, блядь. Я не что-то уверена в этом. Эзер Зей. А все это мы должны без Сафа... Attend here. Ой, блядь, короче, мне легче вот так все делать. А, привет, что-то. What joins guild? Мы вернемся, Хантерс, охотники, что-то венчат Ариета. Эй, ну короче, то Ари справа, что с ножом. Мы должны что-то поспать, фу, вы хиант, блять. Камон. Давай вернемся. Я насыпалась. Так. Мы можем драться. У нас, я вижу, там есть стамина. В прыжке тоже можем драться. Кинжалы. Но кинжалов у нас только 7 штук. О. Нихера себе, нычком. Так, походу тут больше нету ничего, да? А это джамп. Секретки есть? Ой, я могу... О, перышко. Фиарс. Перо. Здрасте. Бля, я не знаю, какие тут... С это атака.
Вох, ты ж ё-моё. Минус сердцу. Ладно, погнали наверх. Мне интересно просто, есть ли тут секретки вообще. Ну, это мы уже научились делать. Вау-вау. Хорошо, какой-то демон. Вверх я атаковать не могу. А, да это даггер. Даггер кинжала, это понятно. Нету тут нычек. Вот то, походу, одна была. О! Так, а это немного... А можно мне этот? Тихо. Что у нас тут есть? Это материалы, просто перья. У нас только 10 хп? Много. Так, карта у нас еще не найдена. Оружие только дайгеры. Кастомизация, журналы. Так, это у нас... Ага. Это у нас квесты. Много, да, квестов? Так, информация, что люди Найткипера having some trouble. Какой-то опасности. Ага. Почему знак? Мне показано, что какой-то непонятный этот. А ну-ка. Нихуя не знаю, ладно. Компаньонов у нас тоже нету. А можно... Мне поменять клавиши. Потому что она не очень так... Так, эти ваншотятся, крыса, окей. Потому что не очень-то удобно, знаете, на Q дэшить. Escape. Escape? Ну, открыл, окей, и что? Так, убийство я вижу, у нас souls, какие-то, короче, души. Alright. Get. Ой, нужно немного было микрофон опустить до конца. Carry compassion. Вау, теперь у нас с вами аж меч. Нихера себе. ХП у нас немного увеличилось. Теперь у нас метательных больше. А у нас все равно левел 1, алло. Экспа 15. До следующего уровня нужно еще 4. Виапонс. Стамонизация, ладно. А, статуя змеи. Button complete, cuff you most. Ой. Найткипер. А, это город такой. Постучаться в дверь. Никого нету. Хорошо. Вот это очень круто, когда враг под землю едет, я вам скажу. Так, оружейное. Ну, что-то тут ничего нету. Ой, слушайте, а почему я не могу дефаться вперед? Будем помните, как вот эта игра была? Кэтчер или как-то так? А где мы дефали спиной? Будем, походу, так жить. А, так, враги у нас еще и это. Ребята, оказывается, восстанавливаются, когда мы ходим с локации на локацию. Круто. Буду знать. А почему мне пишет, что у меня левел 1, хотя у меня экспа уже поднялась?
Ну давай, много там что ли так? Все походу. Мони. Мне бесит то, что он за этот, за текстуру заходит. Меня это немного раздражает. Так, печка. Ну понятно, это кузнец у нас. И понятно то, что у нас тут ни хера нету. Ладно. Ага. Хорошо. Так, это рыцари. Нужно спросить у них что да как. Эй, you two. Тво? Эй, ты стоит. Хантерс, охотники, травейерс, about... должны вернуть вещи, что... Три уже недели, одна ночь, что-то сынник. Угу, квест получен. Хорошо, уходим отсюда. Я вижу, у меня много возможностей, куда мне можно пойти. Так, здесь у нас обход. Я могу либо наверх пойти, да? Или я не могу наверх пойти? Не, походу мне нужен типа двойного прыжка или еще типа того. О! Теперь у нас есть карта, хорошо. Я внизу нахожусь, так? Ни хрена себе. Ага, это местные у нас костры. Хорошо. Из... Так, это алмазы, это либо... Я не знаю даже. Мне не нравится то, что они через эти лазят. Я думаю, понятно, через что. Ладно, могу я... Могу. Тихо. Ай-яй. Добро. Короче, мне, чтобы открыть, нужно... Подожди, дверь не открывается? Открывается. Блин, слишком много мест, куда я могу пойти сейчас. Так, это обычные сундуки, не золотые, на которые, походу, ключ не нужно тратить. Так, ну у меня варианты какие? Влево, либо вправо. Но у меня вправо там две стороны. Давайте, наверное, чисто влево пойдем. Да. Нужен ключ. Так, получено железо.
Да, вот это будет классно. То, что враги все восстанавливаются. А, ну они улетают в одну сторону и все, то есть безвозвратно. Ладно, сейчас быстро сбегаем, сохранимся. А, я вот просто не понимаю, я могу... Давайте немного там пробежимся, посмотрим, что там у нас. А-а-а. Даже так. Ну, смотрите, они умирают тоже. Давай, давай, давай. Сейчас я убью этого паука. Не знаю, нормально там они дают или нет. Готово. Так, вниз хорошо, я вижу. Реликвия. You second edition. Edition. Так, shot. Shows your name. Familiar. Журнал, квесты. Фамильяры. Подожди, а где? А, то есть компаньон это девка это, да? Кария. Так, ну я вижу... Блин, ну я туда попасть не могу сейчас. А что я еще получил? Подождите. Виапон. Непонятно, ладно. Ах ты ж ё-моё. Ни хрена себе. Ну он... довольно все быстро очистил. А туда я не могу попасть. Так. Ай, блядь! Да, все-таки за это можно цепляться. Окей. Допустим. А, ну и все. Изи. Здравствуйте, пришел, называется. Ну ладно, в принципе, здесь... плавовый червь. О, отравление, найс. Левел ап, хорошо. Блядь! Заебумба. 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 Фу, сейчас чисто на одном хп прошелся. У нас чисто закрыты, понимаете? Они даже не отмечены.
куда лучше вначале идти. Ну, тут уже понятно, что лучше идти вначале сюда. Крысы. Так, вижу зелье. Почему, типа, я ему им наношу так мало урона? Типа, я прокачанный, но и все равно наношу не очень так уж много урона. Так, антидот. Это, походу, против крыс и всей этой нечисти. Ке-ке-ке-ке-ке. Давай, давай, давай. А к сундуку придется как-то по-другому лезть, хорошо. Так, зелье из хилам. Добро. И опять у меня развилка, да? Ну там, туда можно пройти до конца. Подожди. Поехали. Походу мне нужно либо двойной прыжок, либо полет, что-то одно из двух. Темный миньон. Так, сколько у меня денег? Много. Отлично. Третий уровень, боже. Я объясняю ситуацию. У нас урон не увеличивается. Weapon Art. Айтем. Ну, типа, это все, как я понял, юзабельно у нас. Ничего нету для улучшения. Так, вот тут секретка. Босс? Я понимаю, почему тут смех был. Потому что это враг, это... Не просто так. Типа зеркало, но видите, типа тень за мной не успевает. Поэтому, значит, это враг. Ха. Ну да. Легче, на самом деле, этих врагов пробежать. Так, ну, как я понимаю, я улучшаю это навсегда, да? Там, где трещинки, это значит... Ай. Так, развилка в три стороны. Главное то, что она не отображается, как там что-то есть. Постоянно падают кристаллы, хотя... Так, редкие монстры из редких монстров. А, либо обычная комонка. Ух ты ж, ё-моё. Okay.
Добро. Мы почти сдохли. А, деньги. Хилпоинты. Ладно. Смотрим по карте. А, у меня есть вот тут. Ладно, призраки. Не беда. Это босс-комната. Реликвия еще одна. А, даже так, нихера себе. Подкат. Так, ну книжечки там, если что, можете останавливать, смотреть. Ага, и я наношу урон, и они мне наносят, хорошо. Буду знать. А чё я не могу взять? Не понял. У меня максимальное количество? Show which animals the fucking. Еще одна комната с боссом. Ого. Ничего себе. Даже так. Давайте. Так, сохранялка отмечается, да, красная комната, походу, сохранялки. Или это был про собак? Или все-таки не баг? Так, я хочу что сделать? Ай, минус дагер. Да-д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 а. Полетайте за мной. Во-первых, мы можем пойти убить. Хотя, давайте пойдем и попытаемся убить. Ясно. Ну, в принципе... А, у босса тут тоже есть фазы. Ха. Ну, в принципе, босс не такой уж... и сложный. Изи. Так, золотой сундук. Но это падает с боссов, как я понимаю. Ага. Ну давайте сюда залезем. И потом пойдем убивать того босса. Бац, бац, бац. Нельзя подобрать.
Почему ты сияешь? Я понял. Ух ты ж, ё-моё. Слайм Хаммер. И что он дает, я не понимаю. Так, у меня соус шарты есть какие-то. Я прошел 8% игры уже. И у нас уже, считайте, конец, да? Поэтому... Шорт, подожди. Атаки крит... Ага, короче, шанс крита 10%. Или нет. Или я просто атакую с... слизнем. Окей, давайте, короче, тогда, я думаю, на этом сохранимся. В прошлой серии мы победили одного из боссов данного замка. А, то есть мы еще можем отравлять их. Видите, типа идет отравление еще от просто атаки. Слизнем. Ну, 10% тоже работает. Так, подождите, я сейчас просто иду не в ту сторону немного. Да? А хотя давайте сначала в эту пойдем в сторону. Тут у нас босс был, это крыса здоровенная. Чиз, сыр получен. А оказывается, ребят... О! Найден проход. Так, максимум хп плюс 2. Оказывается, нет, ребята. Нужно теперь будет ходить после боссов прямо. Этот приятель только что мне это доказал. Левел ап. Интересно, сохраняется ли то, что мы уже собрали? Или лучше сходить, на всякий случай сохраниться и потом пойти? Потому что враги все равно хоть так восстанавливаются. Ай. Темный миньон сраный. Я не знаю, она собирает камешки, но их количество там не увеличится. Может, это типа у нас этот? Надо. Еще, мне кажется, следующий враг. Это будет вот эти демоны, миньоны. Нужно не забывать. А могу? Не, не могу я дефать. Но я могу проехать за карту. Ну чё, поехали. Не хочу знать, что это он делает. Что ты делаешь? А. Так, вот это мне не нравится. Я тебя понял, приятель.
Изи. Ну, конечно, он меня все равно побил, но... Изи. Ну, не знаю, это, да, какой-то призрак все-таки. Вы убили какую-то душу. Да-да, хорошо. Вода-вода. Борис. Короче, какой-то это алхимик, мне кажется. Старичок-алхимик. Я бы это все читал, если бы у нас было бы нормально здесь все. Я должен убить что-то мосс демоны, один мой шитханг. Так, квест апгрейд. Лучница. Ну, это эльфийки, походу. Наэль ее зовут. Давай, ты играть хочу. Хочу играть. Ну уже босса. Блин, нет, здесь скорее всего будет много боссов. Так, какой-то он дал мне микстуру. Может быть, в следующий раз. Хотя, давайте дадим ему, так уж и быть, эти денежки. I won't get right something, my letter. I wanna buy something. Oh. У меня две хилки, да, есть? Ага, это типа продажа. Ну ладно, короче, понял, это у нас местный торговец. Зараза. Зараза. Так, стоять, айтемы. Карта. Как молоток бьет. А, подожди, так я... У меня оружие молотком стало, если так смотреть. Или нет, подождите, айтемы. Оружие. Кастомизация. Максимум SP дает. Давайте пускай в... В ожерелье будем засовывать. Отлично. Наверх мне все равно не пролезть, потому что... Хотя... Не, я не так уж высоко прыгаю. Чтобы туда пройти. Так, карта. А, вниз, вниз. Давайте тогда выбираться с этой локации, да?
Буду надеяться, что я правильно делаю. О, тихо. О, нихера себе. Я квест выполнил. Чё? В смысле? Всё? А как мне дальше играть? Да. Прикольно. Что сказать? Давайте сейчас выйду. А где эта игра фул? Что-то я не врубился. Я убил двух боссов только, алло. Неужели серьезно? Но у нас еще вон карта внизу же, типа. Давайте еще раз я туда быстро забегаю. Ну, на этот раз я не буду открывать печать. Потому что так, если подумать, если бы я ее не открывал, вот. Что было бы? Сейчас посмотрим. Не верится мне, что типа это конец. Здесь хорошо, здесь ничего нету. Подожди, карта. Давайте до конца туда дойдем. Карта. Давайте тогда вниз. Энгри. Вот я не могу туда попасть. Ну, в принципе, ребят, я думаю, что да, это все-таки конец. Давайте тогда на этом закончим. Считать это демо. Поэтому... Блин, а почему? Это ж не демо, алло. Это фул же. Разве нет?
Ну а давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Буду ждать тогда, когда уже выйдет фулл-версия. Поэтому всем пока.